Два ордена мужества. Один при жизни, а второй, к сожалению, посмертно. Их удостоен Бадави Магомедов из Кулинского района. Он участвовал в штурме Авдеевки и открыл ворота в город. В свои 20 лет был смелым и настоящим патриотом. На родине героя побывала Джамиля Мутаева. Позывной «Малыш». Он любил жизнь, но прожил слишком мало – 20 лет. Когда-то Бадави Магомедов учился в этой школе. Двери в страну знаний открылись для него в 5 лет, помнит первая учительница. Бадави хорошо учился, сидел за этими партами. Спустя 16 лет парта героя украшена уже его портретами. Он был старательным мальчиком и в учебе, и в общественно полезных делах. Развитый был физически он. Учился на 4-5, старался всегда. Он любил историю и право, вспоминают родители. После окончания школы поступил в юридический колледж, а затем в университет в Ставропольском крае. Пришло время срочной службы, и спустя 8 месяцев в армии Бадави принял решение подписать контракт и отправиться на спецоперацию. Мама говорит, я пойду, говорит, если умереть я могу, говорит, здесь тоже умереть, говорит, я пойду, мама. Если я не пойду, говорит, если другой кто-то не пойдет, кто будет, говорит, нас защищать? Вместе с боевыми товарищами «Малыш» участвовал в штурме и открыл ворота в Авдеевку. Северный пригород Донецка был освобожден от ВСУ в начале года. После этого за проявленное мужество Бадави был удостоен своей первой награды. Он никого там на поле раненым, никого не оставлял, говорит, ходил. Ночью один пойдет и кинет на плечо и приносил, говорит, всех, он никого не оставлял. И погибших, и раненых он станет эшелон. Рисковал он, рисковый мальчик был. Всегда был храбрым и никогда не жаловался. Бадави был старшим сапером. Неоднократно ему приходилось разминировать снаряды. О его поступках рассказывали товарищи. Он спасал их не раз. Мы, говорит, когда нам сказали разминировать какой-то подвал, говорит, мы спустились, говорит, подвал. В подвале, говорит, нас закрыли, говорит, и туда налили, говорит, бензин, все, нас, говорит, уже, мы, говорит, как тряпки были, говорит, никто не мог дышаться, говорит. Он говорит, малыш, говорит, умудрился стену поломать, говорит. Поломал Бадави, говорит, стену, и всех вытащил, говорит, нас оттуда. Подобный случай произошел в одном из блиндажей. Диверсанты пришли, и вот на его сторону кинули гранату. И заминировали, облили соляркой, бензином подожгли. И уже эти говорят, уже, мы же, говорят, уже со всеми попрошались, уже все, заживо горим. И один момент, говорят, малыш нас спасает, он нас спас. Мы до утра, говорит, мы не устали, вверх кидали, говорит, вместе, до утра вверх кидали, говорит, от радости. То, что он спас нас. Бадави не стало 4 июня, когда продвигались в сторону Харькова. Малыш погиб от осколка. В ходе разминирования, в ходе работы прилетело к ним. Дрон прилетел и от детонации сдетонировала рядом мина. Указом президента страны за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Бадави удостоен двух орденов мужества. Один при жизни, второй, к сожалению, посмертно. Вручили их родителям в администрации Кулинского района. Я считаю, что он себе заработал вечную славу. Герои пока живы, пока их помнят. А мы их будем помнить вечно. Одна из улиц в родном районе будет названа в честь Бадави. Память о нем будет жить. Джамиля Мутаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Омаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.